Следователей регионального СК заинтересовали условия проживания людей в доме по бульвару Радищева в городе Твери. В социальной сети выявлено обращение женщины о ненадлежащем состоянии кровли крыши дома, расположенного по бульвару Радищева города Твери, в связи с чем произошло обрушение штукатурки с фасада здания, а также подтопление квартир, расположенных на верхнем этаже дома. До этого у нас чистили крышу, по крайней мере, они не чистили. У вас жалобы на управляющую компанию, да, получается? Ну, или в общем состоянии дома? И в то, и другое. Mm-hmm. Потепление началось. Ну, начало протекать, да, сильно? Да, ну, с потолка капало, получается? Да, с потолка капало. Mm-hmm. Оно текло по окну, целые банки выливало. Мы с слоем стояли, и тряпки здесь лежали. И трое суток это текло. Потом уже я альпиниста догадался вызвать. По данному факту, Московским межрайонным следственным отделом города Тверь Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Следователям Следственного комитета осуществлен выезд на место происшествия, проведен его осмотр, опрошены жильцы дома, а также иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. История из первых уст. Виктор и Тамара Абрамовы, приехавшие в наш город из Артемовска, рассказывают о том, что представлял их город до подхода к нему российской армии. 4 августа прилетела мина, взорвалась от меня в 20 метрах. Я стоял у подъезда. Где 4 августа были вооруженные силы России? Можно карту открыть и посмотреть. Я потом интернет открыл, а поскольку мы уже хорошо понимали, что это 82-й калибр мина, она бьет миномет на 3 километра 70 метров. Прицельная дальность 2 километра. А если мы еще и слышим выстрелы минометов, хлопки, значит, они находятся не далее километра. Мина, когда летит в твое направление, она не создает никакого ни воя, ничего. Только в последний момент, мгновение, какой-то шорох и взрыв. Нас защитил гараж. В конце осени, начале зимы в городе была преимущественно военная техника ВСУ. Впереди, как правило, танки с флагом правого сектора. Встречал танк с крестами, как на тиграх, на фашистских. Идет на полном ходу. Они обычно, когда въезжают в город, скорость добавляет, а не сбавляет. Я лично, когда мы уже перебрались на улицу в родительский дом, видела, как тащили этот миномет, машина, сзади миномет, и польская речь звучала. Наемники. Польская речь. Я прихожу, говорю, Витя, через нашу, говорю, улицу потащили миномет, сейчас, наверное, будет обстрел. Поляки. Рынки разбиты, и в районе Юбилейной, там на территории метров 50, пускай там, на тротуаре, стихийные рынки. Вот. А потом они прекратили свое существование, потому что по ним тоже пошли прилеты миномета, мины взрывались, появились погибшие. Да, этот рыночек стихийный обстреляли, тогда было пятеро погибших, в том числе и дети там. Последнее время что делали ВСУ? Значит, люди, у которых дети несовершеннолетние, они насильно забирали и увозили детей. Забирали у родителей и увозили детей. Пробираясь в Россию, Абрамовы, они увозили с собой 91-летнюю маму Тамары, проходили досмотр украинских пограничников. На въезде в границу, на границу, на украинскую, там принимает уже поляк, сидит. Да. Украина не досматривала ничего. Собирает документы представитель погранслужбы украинской, женщина молодая. Вы откуда? Оттуда. Что с вашим городом? Разгромлен. Кто это делает? Акцентирует внимание, кто долбит город. И иного ответа, как Россия, российская армия, она не ждет.
или разворачивайся. А мы хотим Россию, чтобы у нас была Россия, потому что мы при России, как освободили ту войну, зажили все. И мои братья, и мои сестры, и племянники, и племянницы. О, не знаю, как они сейчас там хотят, а я только хочу, чтобы Россия была. Я вольно себя чувствую на территории России. Я здесь чувствую себя дома.